Суставные боли мучают многих людей, особенно пожилых. Это одно из целебных растений для суставов. Оно способно облегчить страдания. Нужно только подобрать наиболее подходящий народный рецепт применения растения от боли в суставах. И вы убедитесь, что лечить суставы подорожником эффективно и несложно. Первый рецепт самый простой. Накладывают молодые здоровые листья на больной сустав. Затем фиксируют бинтом, утепляют и держат 1,5-2 часа. Второй рецепт. Нужно мелко порубить свежие листья до образования кашицы. И добавить пчелиный мед 1:1. Тщательно перемешать. В холодильнике такое средство можно хранить достаточно долго. Как применять? Смесь наносят на кусок ткани или марли, прикладывая к больному месту. Держит компресс не больше 20 минут. И третий простой, но действенный рецепт. Большой листок подорожника хорошо промыть. Размять до выделения сока. Смазать пчелиным медом, лучше цветочным. Приложить к больному месту, прикрыв сверху целлофаном, закрепив бинтом. Держат такой компресс около 3 часов, так повторяют 2 раза за сутки. Биологически активное соединение травы способны накапливаться в тканях, постепенно усиливая лечебное действие. Поэтому лечить требуется продолжительное время, от 2 до 3 месяцев. Нерегулярное применение большой пользы не принесет. Такие процедуры улучшают кровообращение, выводят вредные соли, лечат воспаление, отеки, болезненные ощущения. Противопоказания. Основные противопоказания при использовании подорожника при суставных болях – индивидуальная непереносимость. В химическом составе растения есть органические кислоты и эфирные масла, которые могут вызвать аллергическую реакцию. Какой бы вы ни выбрали рецепт на основе этого растения, применяя подорожник для лечения суставов, следите за своим самочувствием. Если во время процедуры появился дискомфорт, немедленно прекратите ее, промойте кожу водой и на дальнейшее выберите другой способ лечения.